Всем привет, друзья! С вами снова я, Смяу. И сегодня я вам покажу свой город. Это уже четвертая часть того, как я строю город. И вот уже, наверное, скоро я уже дострою первый район. И как-нибудь его назовем. Извините, Мэри, я пока что не могу построить. Из-за того, что у меня нету еще районов там, где красивых, где можно построить было бы мэрию. Мэрию. Поэтому, да. Итак, смотрим. Тут у нас есть новое здание. Вот, также дорогу продлил. И в чем отличие? Во-первых, тут вот так вот все выглядит. А вот тут уже есть балкончики. Вот, надеюсь, в принципе, прикольно выглядит. Вот, поэтому вот так вот. Так, также магазин мебели достроил почти что. Вот, тут уже можно покупать, но также нету денег пока что. Вот, так что да. Ну вот так выглядит магазин мебели. Вполне так прикольно. Вот, также школу достроил, но это попозже. Вот, дорогу тут сделал. Вот тут будет, скорее всего, дальше лес. Вот. И вот как выглядит финальная школа, скорее всего, финальная. Вот, то есть вот так это все выглядит у нас. Мне кажется, вполне прикольно получилась школа. Так. Ай, блин, не знаю, надеюсь, у вас нету таких этих расслоений кадров. Итак, тут два таких дерева. Мы входим в школу. Тут у нас есть второй кабинет. Давайте, первый кабинет химия, география, биология. Второй кабинет русский, литература, математика. Вот такой вот обычный кабинет. Так. Дальше. Это вахтерша просто. То есть ничего тут с ней нету. Так. А что-то видно, это плохо. Ай, ладно, не важно. Даже не подбирается. Так, химия. Ну тут лампочку только поставил. А, часы пораставлял еще по кабинетам каждым. Также тут часы. Также вот звонок. И тут звонок. Давайте. Женский туалет сделал. Потом мужской. Точно такой же. В информатике ничего не поменял, кроме лампочек и часов. Также на втором этаже одинаково все. И как видите, вот такой вид красивый тут. Я бы тут учился, если честно. Да. Вот. Четвертый кабинет искусства. Здесь всякие принадлежности для искусства. Кисточки там, фломастеры, маркеры и все такое. Кисточки. Пятый кабинет библиотека. Ну тут ясно все. Вот тут стоит такая женщина. Она вам дает книжечку. Вы берете книжечку, садитесь сюда. Читайте книжку и отдыхайте. Вот. Также вид прилагается не очень пока что, но ладно. Также вот так это все выглядит тут внутри. Вот, мне кажется, вполне реалистичная школа. Поэтому, да. Так. Ну, пока что не очень много сделал, потому что сегодня я разрабатывать пытаюсь свою игру. Вот, поэтому да. Кстати, остановки поменялись. Пока что одна. Сейчас как раз заменим еще одну. Но я, видимо, забыл про это. А, тут была такая, да. Так, ну все. Вот все пока что изменения. Надеюсь, вам понравилась эта серия.
если вы хотите продолжение, то напишите свой комментарий, что мне построить в следующей серии. И пишите это реально что-нибудь. И лайки ставьте. Да. Все, всем пока, друзья. С вами был я, Смяу. Подевайте маски и мойте руки. Всем пока.